Тхэквондисты готовятся к первенству Дагестана. Соревноваться будут юноши и девочки 14-16 лет. Все пройдет уже в эту субботу в Каспийске. Дан Шугом расскажет о подготовке спортсменов к главным стартам года. Ученик теперь уже 3 класса 31 школы Ратмир Гончар собирается установить новый рекорд. 6 лет на руках он прошел больше 120 метров. Задача пройти еще больше. До прихода в тхэквондо Ратмир занимался гимнастикой, акробатикой и боксом. Я хочу пройтись на руках на подъем. Мой второй рекорд 204, а первый 123. Тем временем его партнеры уже завершили подготовку к первенству Дагестана. Среди 15 спортсменов этого зала выступит, весит до 55 килограммов, победитель первенства Европы 2018 года Магомед Гаджи Магомедов, студент первого курса Смоленского училища Олимпийского резерва, уроженец Каспийска. В его активе бронзовая медаль и на первенстве России прошлого года. Соперники есть из Махачкалы, из Хасаюрта, из Буйнакска, из Избербаша. С соперниками из Махачкалы более тяжелее. Аналогичные достижения и у Курбан Магомеда Магомедова. На первенстве Дагестана он первым становился дважды. У меня соперники с Махачкалы, с Хасаюрта, с Избербаша. Обычно работаем на дистанции. Большая часть спортсменов, конечно, это те, кто перешли уже с юношей в юниоры. Для них это будет первый год по юниорам. Ну, они до этого уже тоже неплохо конкурировали, если победители первенства России и Европы, если призер России тоже. Поэтому, я думаю, им так тяжело не будет адаптироваться в юниорском возрасте. Первенство Дагестана по тхэквондо среди юношей и девочек от 14 до 16 лет пройдет в Каспийске. В течение 2 дней около 400 спортсменов определят обладателей 20 комплектов наград. Дан Шугом, Саид Магомирзаев. Время новостей.